О том, что необходимо улучшить в микрорайоне, дворе или доме, лучше остальных знают жители. Их идеи – основа проектов, представленных на форуме «День соседей». Предложения касаются самых разных сфер жизни. Например, лидер движения общественной поддержки Егор Чинюк выступил с инициативой реконструкции детского сада по улице Крылова. На сегодняшний день детские сады располагаются в зданиях, которые были построены по типовым советским проектам, которые не отвечают современным требованиям. Современным требованиям не отвечает и спортивный стадион в Лунёво. По мнению жителей, его давно пора обновить и привести к современным стандартам качества и комфорта. Наш стадион был построен в 1970 году. В нем занимаются 14 секций, и ребята, которые ходят в эти секции, естественно, хотят более благоустроенного и современного стадиона. Проект, реализацию которого ждут тысячи горожан, представила депутат муниципального совета Татьяна Кавторева. Ремонт Дворца культуры «Родина». Мы все знаем с вами, что это за социальный проект. Мы все знаем его значимость и понимаем, какую роль он играет в жизни каждого из нас. Данный капитальный ремонт, он действительно актуален, и люди в первую очередь всего городского округа Химки голосовали за то, чтобы этот проект вошел в жизнь. На протяжении года депутаты муниципального совета находятся в тесном взаимодействии с жителями. Вместе решают вопросы ЖКХ, благоустройства, ремонта придомовых и общественных территорий. Такой способ коммуникации в округе инициировал глава Дмитрий Волошин. Он отражает принцип, озвученный губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым: «Житель всегда прав». Город преображается, улицы наши все преображаются по каждому нашей заявке. Мгновенно реагируют и выполняют все наши заявки, и это явно видно, что жители довольны всем этим, понимаете. После презентации проектов участники форума перешли к голосованию. Каждый смог выбрать понравившуюся инициативу. Предложения, которые наберут наибольшее количество голосов, реализуют в первую очередь. Нина Липанова, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.